Здравствуйте, друзья. Про акт скрытых работ. У нас обычно заказчики наши просят, когда мы делали скрытые работы, электрика, сантехника, мы делаем, соответственно, в бумажном виде акт скрытых работ. Дальше мы пришли к такому варианту, что мы делаем фотофиксацию, но на фотографиях тоже не видны размеры. Дальше разводку труб электрики и сантехники мы начали делать под видеозапись. Один человек записывает, второй с рулеткой идет, все измеряет, и в конечном итоге, если в будущем заказчик захочет что-то пробить в пол, у него есть полный видеообзор объекта. Но технология не стоит на месте. Я сейчас покажу прям вживую объект, который мы вот сделали, и как мы делаем акт скрытых работ. Это делается прям такая вот 3D-модель с помощью 3D-скана. И здесь мы можем задавать любые размеры в этом помещении. Ну, например, от этой розетки до этой метр и 3 миллиметра. То есть здесь можно задавать любые размеры, откуда хочешь, куда хочешь. Так что пользуйтесь. Мы после того, как сделали всю разводку, мы делаем скан всего объекта. И эта информация идет в базу для клиента, чтобы в будущем он понимал вообще, как идет провод, как идут трубы и по потолку, и внутри стяжки, и по стенам. Все. Всем спасибо.